Ну вот и все. Подошло к концу наше мини-путешествие в лето в райское местечко под названием санаторий Южное Взморье, что находится в Адлере, Калинина 1. Конечно же, все понравилось. Был интересный опыт оказаться в такой красоте, попробовать, так сказать, такую сферу услуг, сервис на себе прочувствовать, попитаться в ресторане по системе а-ла-карт и, конечно же, пользоваться собственным вип-пляжем, бассейном и даже получить в качестве, так сказать, награды за съемку мужа поход в такие вот спа кабинеты, гидрованны массажные, в общем, обертывание и прочее. То есть очень-очень классно получилось отдохнуть. Хотя именно отдыхала я, все-таки муж у меня работал, а я, ну, пыталась как-то, получается, справляться с каким-то временем одиночества, но все равно я понимаю, что это нужно было. Мы сразу знали, куда мы едем, зачем мы едем, поэтому я думаю, что стоило 3 дня немножко быть вдали от мужа, но зато насладиться такими же кайфами, как и все отдыхающие здесь. Но нам, как я уже говорила, это все бесплатно досталось в качестве бартера, поэтому, как говорил Юрий, повторюсь, если у вас отель и вам есть о чем рассказать, обращайтесь к Юрию. В общем, об условиях договоритесь. Ну а с вами была Светлана. Как же не хочется уезжать. Я сегодня так классно искупалась. Хотя не хотела. Потом говорю: Юр, ну сходи за купальником, принеси, пожалуйста. Сходил, переоделась, поплавала. Водичка, ну просто супер. Вот такая водичка мне нравится. Она в меру холодная, в меру теплая. Она даже больше такая бодрящая. Тем более то, что нужно по такой погоде. Блин, какая же тут красота. Я даже дар речи пропадает, когда я иду сквозь такую зеленую ограду. Очень классно, здорово. Очень понравилось путешествие, поэтому пишите комментарии, как вам. Хотели бы вы оказаться в такой красоте? Санаторий Южное Взморье, Адлер. Пишите, в общем, буду ждать комментариев. Всем пока-пока. Анапа, жди нас, мы скоро будем.